Это черные скидки. Ребята, девочки, всем привет, здравствуйте. Мои прекрасные, замечательные, самые лучшие подписчики, также гости канала. Всем приятного просмотра, чайки, печеньки подготовили и погнали. Сейчас вам покажу все скидки, доступные на данный момент в Microsoft Store. А у нас пришла черная пятница и очень много игр на скидочках присутствует на данный момент. И также покажу вам самые лучшие, на наш скромный взгляд, скидки в нашем магазине, который называется Xbox Store Dreams. Будет первая ссылка в описании, также в закрепленном комментарий на наш магазин. И также сейчас будет на мне подсказка на магазин. Здесь вы можете купить подписку Xbox Game Pass Ultimate по самой низкой цене, дешевле реально нигде не найдете. И вообще можно купить все из Microsoft Store, Xbox Store. Переходим к нашим черным скидочкам и будем начинать с Red Dead Redemption 2. 920 рублей России, либо 34 белорусских. Самая низкая цена за все время, 67% скидки. Также сверху видно, можно купить Red Dead Redemption Online и Red Dead Redemption 1 плюс 2. Погнали дальше. Переходим. Киберпанк. У нас наконец-то есть скидка. 2200 рублей России, либо 83 белорусских, 40% скидки. Также можно купить с дополнением Phantom Liberty за 3640 рублей России, либо 138 белорусских. Раньше Киберпанк стоил дешевле, а потом на него подняли цену, когда вышло дополнение Phantom Liberty, чтобы вы понимали, если кто-то не знает. Дальше переходим. Resident Evil Village. 1560 рублей России, либо 59 белорусских, 60% скидки. Также можно купить и первый Resident Evil какой-то 0 и все такое. Далее переходим. Mafia Trilogy. 800 рублей России, либо 30 белорусских. Самая низкая цена за все время, 67% скидки. И Mafia Definitive Edition есть и здесь. И Mafia, вот наша трилогия, уже была вам сказана мной. Смотрите, все скидки эти, кстати, не сказал в самом начале, до, получается, 1 декабря будут действовать. Дальше, Hogwarts Legacy. 2440 рублей России, либо 92 белорусских. Самая низкая цена за все время, 40% скидки. Это для Xbox One. У нас есть еще предложение за 2200 рублей России. Далее, Tomb Raider Definitive Survivor Edition Trilogy за 880 рублей России, либо 33 белорусских, 65% скидки. Также посмотрите, там есть и другие вариации данных игр. Очень хорошая. Если хотите получить по трусам, заходите. Sekiro Shadow Die Twice, издание, тем более GOTY. Есть за 1440 рублей России, либо 54 белорусских. Самая низкая цена за все время и 50% скидку. Очень рекомендую данную вам игру, тем более по такой прекрасной цене. Переходим далее. Недавно вышедшая, не очень давно вышедшая, будем так говорить, Diablo 4 Standard Edition за 3720 рублей России, либо 141 белорусских. Самая низкая цена за все время. Также есть другие варианты изданий. Переходим к Ведьмаку третьему, который является игрой года за 760 рублей России, либо 28 белорусских, 70% скидки. Очень хорошее предложение. Раньше, конечно, Ведьмак стоил дешевле, но это было до момента с оптимизацией для новых консолей. Как только оптимизация для консоли нового поколения появилась, сразу же игра подорожала у нас. Но сейчас очень неплохое предложение, вам рекомендую. И там выше были тоже предложения, в принципе, можно и Ведьмак и второй купить по обратной совместимости от Xbox 360, он идет и как раз стоит 360 рублей России, либо вот Ведьмак просто есть издание без дополнения за 600 рублей, но лучше тут, конечно, взять полное. Однозначно. Дальше у нас есть, и смотрите, Dark Souls подлетели на распродажу. Dark Souls ремастер первой части, получается, 1480 рублей России, либо 56 белорусских, 50% скидки. Также есть и здесь и Dark Souls 3 Deluxe Edition за 3120 и просто Dark Souls 3 за 2400. Класс. И также можно купить и второй Dark Souls за 1480 рублей России. Далее переходим. Call of Duty Modern Warfare. Это 19 года. Переосмысление, переиздание, или как это, не знаю вам назвать. 920 рублей России, либо 34 белорусских. Самая низкая цена за все время, 67% скидки. Я немного играл в данную игру. Мне очень понравилось. Вам рекомендую. Также посмотрите, есть Call of Duty 2.
Call of Duty 3. Вот выше все показано. Так, тем более, можно нажать еще, показать еще. И сразу видим, что тут Call of Duty много разных распродается. Activision Blizzard купили, теперь продаем игры. Погнали. Control Ultimate Edition. Одна из моих любимых игр. За 520 рублей России, либо 19 белорусской. Самая низкая цена за все время. 75% скидки. Ну, естественно, рекомендую. Озвучки в игре нету, но... очень интересно. Если играли Quantum Break, обратите внимание. И также насыпали на много ассасинов. Я скажу вам про ассасин Вальгала. 880 рублей России, либо 33 белорусские. Самая низкая цена за все время. 75% скидки. Также есть и Вальгала Рагнарёк Эдишн, и Вальгала Комплет Эдишн за 1280. И Мираж новый у нас есть. И Мираж без дополнений всяких за 360 можно взять России. Либо 120 белорусских, и Unity, и Origins, и Syndicate, и Black Flag, и Ezio Collection за 560. Очень много игр вам рекомендую. Так, там у ассасинов тем более есть издание. Сейчас. Вот Ezio Collection я вам однозначно рекомендую. Очень хорошая игруха. И двигаемся дальше. Так, Far Cry 6 за 880 рублей России, либо 33 белорусских. Самая низкая цена за все время, 75% скидки именно на только одну игру Far Cry 6. Бывает антология бандл тоже по хорошим предложениям. Сейчас смотрим, что у нас еще есть. И Primal там за 440 есть рублей. И Готи 6 Far Cry за 1440. Ну, много вариантов. Смотрите, что вам нравится. Так, далее подходим к FC Sports 24. Также подвезли нам на новую FIFA, так называемую. Скидочки 3080 рублей России, либо 117 белорусских. 50% скидки. Самая низкая цена за все время. Реально очень хорошая цена. Мне всегда нравилась вот эта фишка, типа FIFA новая выходит. Еще вот 23-й год, но уже FIFA 24 вышла. Еще получается сейчас ноябрь, потом декабрь. Ну, уже играете, так каждый год. И смотрите, здесь еще есть издание, которое Ultimate Edition за 4280. Если вам такое нужно, обратите внимание. Очень хорошая игра. Guardians of the Galaxy Marvel. Мне нравилось очень сильно. Помню, прошел еще когда-то была в Game Pass. За 800 рублей до 30 белорусских. Это вообще класс. Самая низкая цена за все время. 75% скидки. Вам рекомендую. Также недавно прошел наш друг Иван Прытков игру, которая называется Watch Dogs Legion. Очень сильно хвалил. Хотя есть ребят, которые говорят, что не очень. Я думаю, что игра тоже хорошая, и когда-нибудь надо взяться. И вот можно взять очень дешево за 640 рублей России, либо 24 белорусские. Самая низкая цена за все время. Также обратите внимание, есть скидка на Watch Dogs первый, самый первую часть. Он в комплект Edition издании. Далее, Lords of the Fallen, 2800 рублей России, либо 106 белорусских, 30% скидки. Также можно взять и Deluxe Edition. Информация выше в текстовом формате. Далее, Dying Light первой части, Definitive Edition, за 480 рублей России, либо 18 белорусских. Самая низкая цена и 80% скидки. Я однозначно рекомендую, тем более эту игру можно пройти с другом в кооперативе по сети. Однозначно рекомендую вам. Также Dying Light 2, то есть второй части Stay Human в Deluxe Edition за 1560. Тоже очень хорошая цена. Рекомендую. Обратите внимание на данные игры. Little Nightmares Complete Edition первой части 760 рублей России, либо 28 белорусских. 75% скидки. Далее переходим в Borderlands 3 Super Deluxe Edition. За 880 рублей России, либо 33 белорусских. Самая низкая цена за все время, 75% скидки. Также здесь есть и другие вариации. То есть есть просто без супер и... вообще много чего. Переходим далее. Скидок очень много сегодня. Так, далее, до 1 декабря еще Crash Bandicoot за 600 рублей России, либо 22 белорусских. Это трилогия, там все три части
первая, получается, Крэша, сделаны очень хорошо, я рекомендую, проходил с сыном ее. Не прошел, конечно, до конца, но очень хорошо кайфанул, тем более по самой низкой цене за все время 60% скидки. Также обратите внимание, Crash Team Racing Nitro есть еще, много и вот четвертый Crash Bandicoot вышедший есть. Здорово. Так, Spyro. Spyro трилогия, 800 рублей России, либо 30 белорусских, самая низкая цена за все время, тоже 3 игры получаете за эти деньги, самая низкая и 65% скидки. The Callisto Protocol для Xbox Series консоли за 1240 рублей России, либо 47 белорусских, 65% скидки, и тоже самая низкая цена за все время. Как раз недавно слышал очень положительные отзывы о данной игре, и вам, естественно, тоже рекомендую. Если у вас Xbox One, не хотите переплачивать, всего лишь за 1000 России можно взять ее. Далее, переходим. Remnant. Много хвалебных отзывов слышал о данной игре. И сам играл, и были стримы по данной игре. И вам рекомендую ее. И тем более за 1640. Это самая низкая цена за все время. 30% скидки и 62 белорусских. Также можно взять Remnant первой части From The Ashes за 440. И Complete Edition за 480. Огонь. Далее, The Quarry за 1000 рублей России можно взять, либо 38 белорусских по самой низкой цене и 75% скидки. Неплохо. И для Xbox One 880. Mad Max. В большом открытом мире можно покататься. Здорово. За 400 рублей России, либо 15 белорусских, самая низкая цена за все время и 90% скидки. 90%. Далее, BioShock Collection 480, либо 18 белорусских, самая низкая цена за все время, 80% скидки. Но в данной коллекции нет русской локализации и никогда и не было, в принципе, чтобы вы имели в виду. Далее, переходим, тоже одна из свежих игр, The Crew Motor Fest стандарт, я называю... вам цену 3400 рублей России, либо 129 белорусских. Также выше можно увидеть, какие еще есть вариации. Там и Gold Edition, и Ultimate Edition, и Standard Edition. Все там есть. И Cross Gen за... получается, это я называл вам цену на Xbox One версию, а можно Cross Gen взять за 3760. То есть вот выше, я думаю, вы заметили, 142 белорусских тогда. Далее, Darksiders 3, 760 рублей России, либо 28 белорусских, 70% скидки. Также Deluxe Edition есть за 800. Devil May Cry 5 Special Edition за 1560 рублей России, либо 59 белорусских, 60% скидки. И тоже есть вариации выше. А далее, Lego Worlds за 360 рублей России, либо 13 белорусских, самая низкая цена за все время, 85% скидки. Вообще, Lego игры, они очень клевые, на одном экране можно здорово поиграть в несколько геймпадов. С женой, с ребенком, неважно, они очень интересные, там много героев, и это... Да это всегда классно, это всегда классно. Я вам рекомендую, тем более обратите внимание, как много сейчас появилось здесь на скидке именно игр Lego. Переходим дальше. NHL 24 года Standard Edition для Xbox Series. 3640 рублей России, либо 138 белорусских по самой низкой цене, 40% скидки. Далее, Metro Exodus Gold Edition, чисто голой игры именно Exodus'а, за 520 рублей России, либо 19 белорусских. Достаточно хорошая цена, не самая низкая за все время, 75% скидки. И у них так часто бывает, что выходит скидка на всю Saga Bundle или что-то такое, там, трилогия Metro, и она еще стоит дешевле. Но если вы хотели поиграть в Metro, вот прямо сейчас, то однозначно берите. Так, и завершаем скидочкой из наших самых лучших, на наш взгляд, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint за 640 рублей России, либо 24 белорусских, это самая низкая цена и 90% скидки. Также можно Violence Standard Edition и
так далее. Теперь, если вы хотите увидеть все, что есть в принципе в Microsoft Store всегда на скидках и не заходить в Microsoft, а узнать по нашей цене, поднимайтесь в самый верх, и там есть у нас кнопка, которая называется Sale скидки. И там всегда актуальный список скидок и все такое. И там всегда написано, до какого числа. Нажали, перешли, нашли, что вы хотели, и потом написали в группу и купили, Радомир сделает вам все быстро. Если переживаете купить, не купить, зашли, почитали отзывы, все очень красиво, и нечего вам вообще переживать. Давайте зайдем и прочитаем парочку последних отзывов. Так, парочка последних. Покупаю уже второй раз подписку на Xbox, цены приятные, советую всем. Далее. Нашел ребят через YouTube, написал, ответили на все интересующие вопросы, сделали быстро. Спасибо большое. Взял подписку на 13 месяцев. Пожалуйста, Андрей Миронов. Рады помочь всегда. И вот всегда, постоянно так. Отзывов очень много. Всем все нравится. И теперь давайте перейдем с вами в Store. И там я покажу все, что есть на данный момент на скидочках. И попрошу вас под данным роликом поставить лайк, комментарий. Это очень помогает продвижению канала. Помогает... и желанию ему записывать ролики постоянно, чаще, чтобы у меня не было спадов. Также я записываю про пополнение игр в Game Pass, которые приходят. Рассказываю вам про локализации, про оптимизации на консолях, есть ли русский язык в играх, все это вам рассказываю. У меня, наверное, в видосах, в данных, в видеороликах вообще самая полная информация о приходящих играх в подписку Game Pass. Так что обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокола и все такое. И также я делаю запуски всех игр, приходящих в Game Pass. И вы можете просто посмотреть ролик с данной игрой, когда я это записываю. А я записываю сразу же почти, когда игра появляется. Я скачиваю, делаю запуск вам, рассказываю еще там что-то, делаю немножко всего в игре. Мы смотрим на это, и вы прям не скачиваем, можете решить, насколько хороша или плоха данная игра. И стоит ли вам ее скачивать, и стоит ли вообще тратить ваше время. И тем более я тоже говорю свое мнение о данной игре. Игрофон, там, локализация, все вам расскажу, естественно. Также на своем канале еще сейчас вам скажу, а это скажу в конце, давайте, про розыгрыш скажу в конце ролика. В общем, много полезного контента, братва, на канале постоянно есть, будет и будет. Еще я купил себе новую карту захвата. И сейчас я уже записываю на ней. Надеюсь, там все здорово. До этого у меня была карта, на которой можно было записывать только Full HD 60. Но я делал именно... как это, перемасштабирование до 2К. Сейчас я точно так же записываю, я ничего не менял, потому что ноутбук у меня мощнее не стал. Все по-прежнему. Но данная карта реально умеет писать и 60 кадров, и 120 кадров умеет писать, в отличие от прошлой. И с HDR умеет писать, но мой ноутбук не поддерживает пока что. В дальнейшем я планирую купить себе машину помощнее. То есть и буду записывать скорее всего, потом, может быть, вообще в 4К 60 FPS и с HDR. Но это нужно для начала приобрести машинку помощнее. Я записываю все на ноутбук. Стационарный ПК мне не нравится. Это непрактично, потому что я ставлю перед собой ноут, делаю, что мне нужно, монтирую видосы, записываю музыку, уношу с собой ноутбук на работу, если есть у меня там время что-то поделать, а периодически я это делаю. Вот стационарный ПК абсолютно неудобен для меня, поэтому я хочу именно ноутбук. Также ждите, кто ждет видеоролик по Nintendo Switch, там писали мне все, я тоже сделаю в ближайшее время, конечно. Итак, сейчас ролики каждый день выходят, бывает по несколько штук. Запишу для вас ролик по Nintendo, я прошел Mario Odyssey, поиграл в, как она называется, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Так,
мне нравится все. И, ну, и расскажу, в принципе, свое мнение, отношение. И там я даже попробовал недавно, вот, кстати, Control. Скачал Control. Там есть версия облачная, типа можно играть по облаку на консоли. Вот. Тоже про это расскажу. Есть чего рассказать вообще за Nintendo. Потому что у меня было до этого... Что было? У меня ничего не было. Только купил консоль, никакого отношения раньше не имел вообще к Nintendo, никогда ими не пользовался. Только был видос с распаковкой и первыми впечатлениями, скажем так. Вот. И теперь уже можно будет сделать видосик о той консоли более подробный. Так, ну все, в принципе, я закончил, показал вам, друзья, все скидки. Сейчас прям подо мной 100% появится много видосов всякие, которые обязательно посмотрите. Там, кстати, есть и видос, прям вот будет вот здесь. Видос про Game Pass, второе пополнение ноября, обязательно посмотрите. А также про магазин видос и еще про розыгрыш, про который я говорил. Будет подо мной прям видосик с розыгрышем. Обязательно переходите на него, смотрите, участвуйте. И на 2000 подписчиков розыгрыш. А это уже вот-вот-вот. Всех целую, обнимаю, до новых встреч на моем игровом канале. Спасибо, что смотрели данный ролик. Скидок очень много, закупайтесь и кайфуйте. Всем пока-пока, друзья.